В Азербайджане продолжается процесс цифровизации основных сегментов экономики. Комплексные реформы особо затронули аграриев. Одним из нововведений является информационная система электронного сельского хозяйства. Она предоставляет фермерам ряд преимуществ. Например, они могут получить прогноз урожайности на своем участке. Для этого фермеры должны указать район расположения хозяйства, площадь самого участка и вид выращиваемой продукции. В системе ЭКТИ зарегистрировано свыше 400 тысяч отечественных фермеров. Из них около 300 тысяч заполнили осеннюю посевную декларацию. В ближайшее время в системе появится еще одна инновационная услуга. Фермеры смогут получить государственные субсидии на развитие своего дела посредством этой системы в онлайн-формате, который перечислит им на специальные банковские карты. И данный процесс начнется уже в феврале.